Вроде крепко прибито. У меня там отчеты, доходы, расходы, экономное производство. А ты тут шум производишь, да гвозди расходуешь. Я здесь телескоп прилаживаю. Хочу верь полне луну показать. Ты еще веру полну выть научи и блох ногой вычесывать. Слезай, кому говорят. Не слезу. Ты, Матроскин, отсюда гораздо меньше, кажется. Ты бы просто своими земными делами занимался. А меня небесные тела интересуют. Вот из-за таких вот мечтателей порядка в хозяйстве нет. Дети, я понимаю, что душа просит праздника, но мои отчеты просят тишины. Это мы музыкальный номер готовим. Хотим концерт устроить. Давай с нами. Да некогда мне веселиться. А что за концерт-то хоть? Весенний. Март же на дворе. Послушай, как красиво. Эй, дядя Федор, красиво это, когда цифры сходятся. Кто там? Кто там? Март? Матроскин блюз. А почему мы в машине только грустную музыку слушаем? Ну, не такая уж и грустная. Блюз – музыка расставаний. А мы-то встречаться едем? В гости, на юбилей. Ну, подумаешь, юбилей. Махнем в Простоквашино, а? Весна, свежий воздух, душа поет. Среди полей, среди лесов я слышу пение коров. Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые, цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любила, тебя шептал слова несмелые, ты в полночь лунную мне сердце отдала. А может, нам нашего барда молоком холодным обдать? Не поможет. Это как насморк. Лечи и не лечи, разницы нет. Пошли, Шарик, отчеты спасать. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому. Мама! К нам приехал, мама с папой, дорогой! Здорово, что вы юбилей прогуляли. Хотели вам сюрприз сделать, а тут нам сюрприз. Не переживайте, это на Матроскина Март так действует. Это не на него так Март действует, это он мне на нервы действует. Наплынули воспоминания, воскресли чары прежние дни. Здрасте, вам посылка. Что, и документы не спросите? Не, вскрывайте. Что за глупый розыгрыш? Что за дурацкий день? Не дурацкий день, а день дурака с 1 апреля. Как апреля? Очень просто. У вас календарь на полтора дня отстает. Мои отчеты! Все пропало! Ничего не пропало, Матроскин. Нам Вера Павловна с там и там и твои отчеты склеить помогли. Ура! Брысь отсюда! Весна. Пора сердец разбитых. И разбитых окон. Давайте-ка дом в порядок приводить. А может, ну его, порядок. Пойдемте, я вам лучше луну покажу. Пойдемте.
Мам, уборка подождет. Шарик на крыше телескоп поставил. А в деревне луна совсем не такая, как в городе. О, небо! Я такую луну последний раз на открытке видел. Поздравительный. Что наш чердак похож на мансарду в этом, в шале. Как чердак назовешь, так в нем туристы и заживут. И откуда в нашей деревне туристу взяться? Из объявления. Дополнительный доход лишним не бывает. К осени, глядишь, коровник модернизируем. Для начала мою зарплату модернизируем. Я требую прибавку за туризм. Вообще! И за вредность. Простите, за нашу вредность или за вашу вредность? Ну, что я говорила? Вот и первый клиент. И помните, клиент всегда прав. И не забываем про улыбки. Проходите, гости дорогие. Здрасте, здрасте. Это у вас Массандру в шале сдают? Печкин? Я и не знал, что туризм настолько внутренний бывает. Прям соседский. А зачем далеко ехать? Я ваше объявление в газете увидел и решил, что здесь отдохну. На дороге сэкономлю. О, вы сказочно мудры, Игорь Иванович. А что ж вы стоите? Проходите. Чемодан оставьте, консьерж подымет. Ведь вы теперь отдыхающие. Вот увидите наше гостеприимство. На 5 звездочек. Да, тяжелые у вас звездочки. Что хорошо, на курортах можно попробовать местную кухню. Вы от меня бутерброд-то не закрывайте. У вас в объявлении что сказано? Все включено. Кстати, а как у вас тут с достопримечательностями? Что вы передают? Где дикий пляж? Пляж там, где и был. Рядом с коровьим водопоем. А опера у нас тут только Маргарита Егоровна поет. Ну ничего, найду как развлечься. Ну-ка, одолжите мне свой телефон с фотокамерой. Хочу себе селфи сделать. Чтоб себя вспомнить, можно, между прочим, в зеркало посмотреться. Конечно, Игорь Иванович, пока у вас оплачено, все вещи здесь ваши. Вот кто тебя, Матроскин, просил в объявлении приписать дискотека в подарок. Терпите теперь. Вы чё такой грустный? У вас же отпуск вроде. В отпуске роман полагается. Из романов у нас только Дюма. 20 лет спустя называется. Мне б сегодня, а то 20 лет спустя и вспомнить нечего будет. О, Маргарита Егоровна, разрешите одинокому постояльцу помочь вам в домашних хлопотах. Вы так добры, Игорь Иванович. Ну-ну-ну-ну, поосторожнее. Простыню лучше всего складывать по инструкции. Ой.
Игорь Иванович, а вы будете мне писать? Нет, я письма по адресу доставляю, а не пишу. Эх, электричество за 3 дня месячную норму нажег. Но в убытке не остались. Здрасте вам, давно не виделись. Какой вы загорелый, дядя Печкин. Хорошо отдохнули. О, шале, Массандра, романтика, спа, все как полагается. Вот вам охота и рыбалка, пожалуйста. Спасибо. Правду говоря, отпуск меняет людей. С соседями только не повезло. А нет, не меняет. Вам занимательное скотоводство, вам раскраски. А вам писем нет. Зато есть рекордная квитанция. Можете оплатить прямо сейчас через мгновенный аппарат. Вот зачем ты, Шарик, любимый котел Мегеровны испортил? Я, между прочим, первый чемпионат мира по одиночному синхронному плаванию организовал среди лягушек. Ну да, а нам теперь его весь день отмывать. Импресарио ты мохнатые. Я ж не знал, что они проигрывать не умеют. И грязью друг в друга кидаться начнут. Вот, приглашение на открытие бобрового аквапарка. Друзьям вход свободный. А Шарику вашему 200 рублей. А чё сразу мне-то? А нам лягушки после чемпионата твоего всю воду замутили. Еле успокоили. Он 7 медалей за первое место выдать пришлось. Надо скорее заканчивать, а то вот Мегеровна нас не отпустит. Чтоб она позеленела. Ой-ой. Заносите, Игорь Иванович. Только на меня не смотрите. Ой. Я на лицо масочку нанесла. О, Маргарита Егоровна, какое безобразие происходит. Лягушки по всему берегу посуду разбросали. Пока все не очистите, из дома ни ногой. Надеюсь, это отучит вас пачкать посуду. А сегодня в клубе танцы будут, Маргарита Егоровна. Ну все, плакал наш аквапарк. Не плачь, Вера Павловна. Кажется, я знаю, как сделать так, чтобы Мегеровна от нас отстала. Так, я не поняла, почему приостановлены воспитательные работы? Да мне вот бабушка крем прислала. Омолаживающий. Она в этой, ну, в косметической лаборатории живет. Ну и шлет его кому попало. А нам эти кастрюли теперь пол жизни чистить. Вот мы и решили компенсировать процесс старения. О, тебе нельзя, Вера Павловна. Вдруг ты в младенца превратишься. Омолаживающий, говорите? Мы бы и вам предложили, но... Крема мало, а у вас лицо вон какое. Большое. Воспитанные животные никогда не скажут женщине такую бестактность. И вообще, вы и так молодые, а некоторые еще и махномордые. Только продукт переводить. И наносите на лицо закрытыми глазами и не снимайте, пока не отвалится. Как-то у вас подозрительно радостно. Я ведь вас насквозь вижу. Ой, давайте-ка поиграем в города. Так я буду знать, что вы ничего не замышляете. Амстердам. Ну, Феденька. Мурманск. Молодец. Так, по графику у вас 5-минутная прогулка. Потом возвращаемся к работе и не забываем про города. Ой. А знаете,
Может быть, мы еще и попадем в аквапарк. Ой, кажется, я забыл в крем закрепитель добавить. Вот она. Вот она. Горгополь. Чего? На мягкий знак городов не бывает. Тогда Горгопольск. Мне на К. Так. Красноморск. Было уже. Ну тогда Нижний Красноморск. Помню. Славно там по путевке отдохнула. Ой. Фантастика. Я же лет 10 сбросила. Это еще что такое? Немедленно приберитесь, ложитесь спать. А мне на танцы идти придется. Такую красоту от людей нельзя прятать. И есть еще силы удар нанесть. Кто там? Это я? Почтальон Печкин? Ой! Мы ничего не выписывали. Мы читать не умеем. Это я знаю. Деревня Простокашина. Ни писем, ни газет, ни журналов. Раз в месяц продуктовая посылка из Тулы. Да-да, с пряниками. От бабушки моей. Дайте угадаю, она у вас на кондитерской фабрике работает. Извините, ошибочка вышла. Надо простоквашинских предупредить. Идет! Вот до чего романтика доводит. Первый раз за 60 лет деревню перепутал. Ой, меня же Марго в клубе ждет! Няня ваши каблуки надела и через дальний овраг в клуб побежала. Вот, как договаривались. Итак, Печкин Простокашина, а Мигеровна ждет его на танцах. И это значит... Что мы все еще по разику прокатиться успеем! Ура! Тама, Тама! Тама? Это что такое, а? Ну-ка, быстро верните ребенка на землю. Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать. Сейчас я его усилю. Прогрессивная вы все-таки женщина, Маргарита Егоровна. Экстремальным спортом увлекаетесь. Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал. Так, штуковину эту разобрать. Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра. Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон, а я в тишину, покой и арт-терапию. А Вера Павловна играет в «Нарисуй свою мечту». И нарисованное у нее непременно сбудется. И вот еще... Где есть мотоцикл, нет меня. У нас на почте такие детали пользу принесли бы. Ими клумбу можно украсить. А у нас теперь ржаветь будут из-за Мигеровны. Да. О! Я у Тама. Дядя Печкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем. А что? Бывает почта морская, бывает авиационная, а у нас мотопочта будет. Быстро идем!
Маргарита Егоровна, позвольте увести вас в закат. Да сгиньте вы, Игорь Иванович. Ой, что это Мегеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает. Она он цветочки за сараем рисует, нервы успокаивает. Маргарита Егоровна, вам доставка мотопочты. Ой, дожить бы до выходных. Наша почта 7 дней в неделю работает. Распишитесь, пожалуйста. Да я отказываюсь от услуг такой почты. А я приветствую услуги такой почты. Примите посылку, товарищ Печкин. Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь туда-сюда. Не может почта бесцельно туда-сюда кататься. Я вот дома. Их устами младенца глаголит истина. Берите новую высоту. Ой. Все, меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. Это вы, Маргарита Егоровна, вверх тамашками? Или ай, я? От вашего мотоцикла вся жизнь кверх тормашками. Но теперь все снова по-старому будет. По-старому это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать, да сделать из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино, целебная. Того-того. Кто там? Наш шарик Мегеровну-то полюбил. Она в отпуск полетела, а он ее самолет взглядом провожает. Да не, это он не Мегеровну провожает, а птиц перелетных считает. Ой, не понимаю я этих птиц. Чего им на юге не сидится? Весной на север летят, осенью обратно. Так устроена природа, Матроскин. На севере летом они птенцов высиживают, а на юге зиму пережидают. Отвлек меня этот орнитолог мохнатый. Одни ущербы от него. Да от нас, от всех сплошной ущерб. Так. Вот так вот. Вот теперь порядок. Весной на север 24 птицы пролетело, а вернулось 12. А у нас как был один балбес, так один и остался. Холодильник-то за что? Холодильник внутри охлаждает, а все вокруг нагревает. И вот эта техника то же самое делает. А я люблю, когда тепло. Когда везде тепло, это глобальное потепление называется. Из-за него и птицы не все вернулись. Может, они заблудились? Да у них в голове навигатор. Что же делать? Что делать? Ведь так скоро совсем перелетных птиц не останется. Выход есть. Мы вместо микроволновки печь растопим. Утюг на горячих углях сделаем. Мы же в деревне живем. Нам все нипочем.
Точно, дядя Федор. Ох, ну ладно, зато на электричестве сэкономим. Это вам не электрический утюг. Эта вещь проверена древними простоквашинцами. Вот так. Их, все-таки, Шарик, ты не совсем балбес. Раньше, когда у нас электроутюг был, я платил за каждую простыню. А теперь бесплатно глажу. Сейчас мы еще и хлеб испечем. Крупная бандероль по адресу доставлена. Этих дров только на месяц хватит. На зиму таких 10 грузовиков надо. Подожди, Матроскин, это ж сколько деревьев придется срубить? Деревья еще вырастут, зато наше хозяйство на этих дровах вон как поднимется. Это что такое? Теперь из леса к нам за дровами будут ходить? Так вы из нашего леса дрова делаете, а я из ваших дров буду плотины строить. А вам чего, своих деревьев в лесу мало? Почти не осталось. Вот так мы наломали дров. Да, техникой птиц изведем, дровами бобров. И так плохо, и эдак бесполезные мы существа. Дядя Федор, посмотри там, сколько наш шарик протянет без еды и воды. Нельзя тут лежать, когда там птицы пропадают. Пойду на поиски. И далеко ты уйдешь? Сначала до Северного полюса дойду, а потом и до Южного, пока птиц не отыщу. Ой, придется нам, дядя Федор, новую собаку себе искать. Подожди, шарик, до завтра. Если птицы не вернутся, вместе пойдем. Эх, ладно, подождем. Но только до завтра. Значит так, чтобы шарика спасти, придется нам создать небесную иллюзию. Кто здесь крякнул? А, это ты? Нет, ты не перелетная птица. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 12! 12 штук! Все пролетели! Полная птица населения! Ура! Хорошо, когда в природе покой и порядок. Раз, два, три, и еще 12 пролетело. Это же перептицы населения. Так, включай, Матроскин, приборы на полную. Будем атмосферу нагревать. Загадки истории. Правда ли, что человек произошел от кота? Очень может быть. Вот еще газеты на эту вашу мускулатуру. Шарик, ну какой же ты лопух. Надо говорить макулатуру. Так я так и сказал. Вкусный карандаш, дядь Федор. А? Я задумался. Не знаю, о чем доклад по астрономии писать? Можно о метеоритах написать. Вот в газете пишут: в районе Простоквашино упал метеорит. Ого! А если я найду этот метеорит? Вот это был бы доклад! Ну, попробовать можно. Да, интересно, почем сейчас метеориты?
Отличный план, дядь Федор. Устроим охоту на метеориты. Так, чтобы к ужину дома были. Если бы Колумб к ужину торопился, Америку бы так никто и не открыл. К ужину значит к ужину. Ох, и удивятся мои подписчики, когда я в своем блоге настоящий метеорит выставлю. Метеориты нужно не в блогах, а в музеях выставлять. С платным входом. Матроскин, тебя в музей все равно не пустят. Это почему? Туда собакам вход запрещен, а котам тем более. Что-то мне подсказывает, что мы ходим по кругу. Ой, а я за дорогой не следил. Дядь Федор, ты же знаешь, куда мы идем? Ну, да. О, идемте, нам туда. Судя по карте, метеорит упал где-то здесь. Что ж, попробуем его найти. Этой штукой? Эта штука хорошо металл ищет, а он как раз есть в метеоритах. О! Нашел! Вот это находка! Ну все, точно пора музей открывать. Простоквашинские народные промыслы. Просто нужно дальше искать. Метеорит где-то здесь. Ух ты! Смотрите, такая яма остается только если сверху падает что-то очень тяжелое. Как наш Матроскин, что ли? Метеорит! Голова твоя садовая! Ничего нет? Но должно же быть! Тянул. Ой. Надо возвращаться. Потерпи, матрос. Скоро будем дома. Теоретически, река может привести нас к дому. Вон там река. Я бы от привала не отказался. Ой. Хорошо. Спасибо, пап, что ты про реку сказал. А то бы мы еще долго по лесу плутали. Это сковородка, наверное. Для полного набора как раз не хватает. Это метеорит! Мы все-таки нашли его! Ура! Ура! А ну, это! Руки прочь! На этом камне моя плотина держится! И вообще, я его первый нашел! А мы его не будем трогать? И вот уже более 7 лет Простоквашинский метеорит поддерживает бобровую плотину на нашей реке. Я его тогда в лесу нашел. Лежу я. Согласен, Вера Павловна. Вот отличный такая. Видеодоклад получился. Для плотины надо. Матроскин, откуда у тебя этот камешек? Сам ты камешек, а это...
Мой главный музейный экспонат. Куда? Отдай, ворюга! Открытие музея откладывается.